Это стенд компании «Экспресс Энерджи Групп Украина-Канада», первого отечественного производителя гидронных газовых котлов «Экспресс». Нагреватель имеет 12 лет гарантии и 38 расчетных лет эксплуатации. Впечатляет. И дальше о гарантии. При таком немалом сроке гарантии изготовитель не предъявляет требований к составу и качеству питательной воды. «Экспрессам» не страшна накипь, пожалуй, главный враг всех водогрейных котлов. Также не страшна низкотемпературная и электролитическая коррозия. Именно свойство гидронных котлов сохранять паспортный КПД на протяжении всего срока эксплуатации позволило им вытеснить традиционные жаротрубные котлы с североамериканского континента. Эту тенденцию мы уже наблюдаем и в странах Евросоюза. Посмотрим на теплообменник этого котла. В отечественной классификации его можно отнести к водотрубным котлам. В топке – микрофакельная горелка, толстостенная медная труба, чугунные коллекторы. Теплообменник заключен в корпус из нержавейки. Мощность этого блока – 225 кВт. Соответственно, котлы «Дуо» и «Трио» – 450 и 675 кВт. Кроме того, компания «Экспресс Энерджи Групп Украина-Канада» разрабатывает индивидуальные проекты котельных под ключ. Мы самостоятельно занимаемся разработкой и проектированием первых пилотных проектов по реконструкции котельных. Вот у меня в руках один из проектов по реконструкции котельных одного из жилмассива города Киева. Значит, это типовая схема на базе котлов «Экспресс». Это схема расположения оборудования такой, этой же самой котельной на базе котлов «Экспресс Трио». Каждая котельная имеет вот в данном случае 4 модуля. И тут 4 модуля котлов «Экспресс Трио». Еще раз повторимся. Котлам «Экспресс» не страшна накипь. Такова их конструктивная особенность. Ответы на свои вопросы вы найдете на сайте производителя. Для этого достаточно в поисковике набрать два слова. «Котел Экспресс».